human. Стать человеком. Смотримся с костыном. Здравствуйте. И добро пожаловать в Детройт. Здравствуйте. Я андроид и буду вашим гидом. Для начала давайте мы с вами настроим некоторые параметры. Давайте. Да. Друзья, всем привет, вы на канале Nixon Sleep, и это прохождение игры Detroit Become Human. Detroit стать человеком, она выходила на PlayStation 4, по-моему, 2 года назад уже, и спустя там 1.5 года стала в декабре эксклюзивом Epic Game Store. Вышла на ПК, да. И у нас тут настроечки, значит, язык текста, конечно же, все русский, субтитры, вкл, размер субтитров, ну, наверное, средний, да, чтобы это не щуриться. Да, короче, я похожую игру уже проходил на своем канале, это был Heavy Rain от этих же разработчиков. И вот, наконец-то, я добрался до самой такой хайповой, их прям самой проработанной игры, которую, наверное, они только делали. Тут очень просто большая вариативность событий, которые ты можешь только сгенерировать. Короче, сюжет обещает быть жаркими. Давайте мы продолжим. Пожалуйста, настройте экран. Настройте экран, ну сейчас настрою. Я знаю, что этого чела с мемом зовут Конор. Так, яркость. Выставите значение таким образом, чтобы значок по центру едва был виден. А какой? Едва видно. Ну, не видно. Ну, я его едва вижу, все окей. Спасибо. Теперь выберите профиль. Профиль. Продвинутая игра, типа. Я хочу полного погружения. Мне нужно продвинутое управление. Достойное испытание. Пусть мои ошибки могут стоить жизни персонажам. Ну, конечно. Типа, упрощенная. Не, какая упрощенная. Чисто продвинутая. Играем как в жизни. Вы готовы шагнуть в Детройт? Помните? Помню. Это не какая-то выдумка. Хорошо. Это наше будущее. Возможно, да. А вы мне тут настройки графики, походу, не дадите настроить, да? Так, и 15 августа 2038 год. Сразу будущее. 18 лет вперед мысленно перемещаемся. Монетка. Игра почему-то в 30 FPS работает. Может, так и было задумано, я не знаю. Но на плойке точно в 30 FPS игры работают, а на ПК что-то... Дай пафос на монетку. РК-800 это наш кодовый номер, видимо. И... Переговорщик прибыл. Да. Так, все. Геймплей начался, но... Мне все же интересно. Вот параметры, типа изображения. О, у меня еще она каким-то хреном запустила в 4К все. Вот это прикол. И она все поставила на ультра. Бля, вот люблю, когда игра вот такое тебе делает сюрприз. Просто все ставит сама на ультра. И только вот частоту кадров можно вот так вот сделать. Все. Типа, я же все настроил, да? Уровень сложности, управление. Все просто шикарно. Играем в 60 FPS. Кого? Ой. Кого? Умоляю вас, спасите мою девочку. Какую девочку? Что случилось? Стойте! Я Детройт. Посылайте андроида. А, андроид. Детройт андроид. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Разыскать капитала Алина. А камеру можно развивать, да? А что случилось вообще? Кто мы? Разыскать капитана Алина. Мы, короче, видимо, Конор. Насколько я знаю, нас зовут. Взять, типа, взаимодействовать с помощью мыши. Кто, что? Какая-то семья? Так, Джон Филлипс, дата рождения, 99-й год. Адрес... нифига, политический муравейник, нифига. Адрес проживания, парк авеню 54-й, Каролин Филлипс, 2001 год. Родители, адрес проживания, И дочка, 2028 год. Короче, семья, положить обратно. А что нам это дает? Типа, так что? Присесть на колени. Обработать происхождение Дельта Ганга, Индия. Оставить. А, выберите вот это поле действия. Ну, давай спасем. Я хороший пацан. Спасу рыбу. Что это она? О, все хорошо. Только как она выпала? Непонятно. Так, программный сбой. Типа,
У нас так постоянно время останавливается, окей, так, понял. Чтобы отобразить список задач. Бойцы, что-то... Быстро они говорят и очень тихо. Дайте уже приказ, а что за приказ, подожди. Разыскать капитана Аллена, ну... Кажется, я вижу кого-то. Они все долбанулись. Долбанулись, так, вот. Вот это капитан Аллен? Это типа их предводитель или что? Говорить. Капитан Аллен. Да. Мое имя Коннор. Коннор, я угадал. Коннор. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Ага. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. А, я даже знаю, что это за момент, он его показывал в трейлере. И имя Девиант, поведение Девианта. Три. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Да. Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Да. Имя Девианта. Вам известно имя? Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Ну, конечно же я. Каждая секунда счету вероятность успеха 48%? Разобраться в произошедшем, спасти заложницу любой ценой? Вероятность 48%? Блять, а что так неожиданно какой-то успех, что-то вероятность такая? Это что у нас? Улики. Нажмите левую кнопку для анализа. Давай, анализируем. Сбор. Емкость магазина 17 патронов калибра, суммарная длина типа... Ага, одна улика есть. Еще одна, давай. Обработка данных, скорость 356, конструировать. Не знаю, что я делаю, но, короче, что-то много всего. Используй следующий клавиш, чтобы посмотреть данные реконструкции АД. Типа АД. Ну, я же зажал. А, просто перематывать. А, окей. Типа мы смотрим, как преступник взял, короче, оружие, положил его. Что-то я сканирую. Девиант взял пистолет отца семьи. И типа все. Девиант это убийца, там преступник. Я понял. Так, ну все. А, не-не, а почему ты не уходишь? А, тап выйти, все. Так, улику мы рассмотрели, значит, расследование проводим. Разобраться, пришли, спасти заложницу. 51% вероятность уже. Так, ну, видимо, мне надо больше улик собрать, чтобы успех был больше. Как разобраться, так. Осмотреть комнату заложницы, ебанешься тут. Так, это что? Внимание всем бойцам, переговорщик заходит. Изучить. Бля, улики. Сейчас. Вот первая улика есть. Сбор данных. Парфорация левой почки. Фатальная травма брюшной полости. А, типа он подстрелил, да, его? Одна жертва уже есть. Так, глаза. Погибший. А, это отец, короче, Джон Филлипс. 99-й год, который рождения. Весит 85 килограмм, 182 сантиметра рост. Так, что еще у него есть? Так, вот это я смотрел, вот это не смотрел. Пулевое ранение, кровоизлияние в нижнюю долю легкого, внутреннее кровотечение. Ага. Еще что-то есть? О, еще вот здесь пуля. Сколько выстрелов он сделал? В верхнюю долю легкого пневмоторакс. И сейчас мы сконструируем, как это все было. Понял. Так, он такой воскресает. Стоп. А это такой в него стреляет, я понял. И он в крысу это сделал. Отец держал что-то в руках. Отмотайте запись, чтобы найти новую зацепку. А что он в руках держал? А, сейчас он такой в руке. Окей, с рук упало. И я здесь зажимаю. А почему я там не мог просканировать? В чем прикол-то? Все. Я 2 из 2, короче, собрал что-то тут. Улики сделаны, и вот планшетик. Вероятность успеха, кстати, выше, уже выше все. Отлично. Так, открыть. Ну, давай откроем. Ваш заказ на андроида AP700 зарегистрирован. Девиант собирал заменить. Благодарит вас за покупку.
Только я бы немножечко звук бы убавил, а то что-то ебашит тут игра. Прям пиздец ебашит на 70, во. Все. Ну, более-менее. Можешь еще убавить. Так, вероятность 61. Вы разблокировали диалог. Здесь это редко... Это редко бывает. Так, Ого, так, осмотрите комнату, осмотрите тело жертв, обнаружить заложницу. Один из трех есть. Ага. Так, стоп. Может, мне сюда надо? Стой. Так, я вот здесь не был еще. Смотрите. Че, вы разблокировали диалог или действие? Все нормально, да? Да. Порядок, да, а че? Там типа ранено у нас находится или че? Я не понимаю, тут столько всего происходит, и как-то нежданчиком нас... Так, в игру погрузили. Это что такое? Музыка. Так, ребенок не слышал выстрелов. Его взяли заложники, это мы уже поняли. А как нам это должно было помочь, что он не слышал выстрелов? Воспроизвести? Может, записал? А! Она с отцом. Я лучший друг предал, все, я понял. Может быть, она с ним поссорилась? Этот андроид ее похитил. Вы же блокировали диалог, да, блядь. Он ее, короче, похитил, убил отца, мать сбежала. Или действует нередко. Да. Одно и то же. Вы осмотрели комнату заложницы, смотреть тело жертв. Еще одно тело, видимо, где-то здесь есть. Так, вот здесь нет больше зацепок. Я иду, значит, вон туда, в соседнюю. Вот здесь ничего уже. Сейчас. Главное, чтобы я не был ограничен времени. Чтобы как-то это, я вдруг накосячу туда-сюда. Подожди ты, блядь. По всем признакам, силы полиции готовятся атаковать. И да. И выключить звук. Так, смотри, что-то еще. Кастрюля выключить. Семья собиралась поужинать. А чё, блядь, военные не выключили газ? Они хоть головой думают, а если бы он сейчас пожар бы случился, и все, и военным то бы пиздец был бы. Капец. Так, вот это... это какой-то журнал. Да ща, подожди ты. Вот еще жертва. Давай. Быстро изучаем. Сотрудник полиции прибыл первым на вызов. Так, тут у него что? У него тут что-то есть? Погибший. Энтони Декарт. Предполагаем время смерти 20:03. Хорошо. Так, а дальше что? А дальше? Не, второе. Что-нибудь есть? Второе. Вторая улика. О, ладони. Давай ладони смотрим. Пороховой след. Стефенат, свинца, сульфит, тюрьми. Только один выстрел. Ага. А дальше что? Где-то же еще третья должна быть. Где третья улика-то? Нет, глаза уже были. Это было. А в чем прикол? Я не могу третью улику, короче, найти. Может, мне надо встать? Посмотреть по-другому? Так, вертолет прибыл. Я понял. Так. А как? Я же вроде все посмотрел. Глаза. Руки. Или он хочет кепку? А, вот здесь можно? Пиздец. Фарфору правого желудка. Внутреннее кровотечение. Типа, и давай сейчас конструируем. Так, как это было? Смотрим, значит, перематываем такие. Он такой лежит. Ой-ой-ой, так, вставай, братан. Так он на него, короче, нацелился. Первое, это вот здесь. Заложница стала свидетелем перестрелки. Дальше, второе, вот это вот. Полицейский выстрелил в девинанта. Так, а как это изначально было? Он такой бежит. Эй, остановись, дебил, девочку. И полицейский выстрелил, я так понял, первый. А тот уже в ответ.
Ага. И тут что-то есть же? Или... Почему? А почему еще не могу? Он же должен еще улику сконструировать. Вот где желтая зона? Вот здесь. Вот здесь, вот здесь. А, во-во-во. Все, понял, понял, как. Оружие найдено. Так, и типа я могу забрать это оружие. Охренеть. Так, ну давай. Давай, забирай. Забирай, забирай. Отлично. Просто шикарно. У нас есть пистолет. Так, взять, положить. А андроидам столько посвящаешь хранить и использовать любой вид оружия. Нет. Взять. Я возьму. Мало ли это. Вдруг что-нибудь, да, это. Вы разблокируете диалог, или здесь нередко бывает полезно. Так, и получается, я все обсмотрел сзади уже. Все, все, все. У нас тут это, только вот это осталось. Давай вот это вот. Какая-то... Что это такое? На вкус. А, свежая голубая кровь. Это андроидов, типа модель Deviant PL600. А мы RK800. Это типа наш братик. Так чего мы ждем? Не-не-не, вы ждите, я тут расследую вообще-то. Пристрелить его и все. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет, подожди, я тут расследую, не прошу, дебил. Обработка, так, это детская размер обуви, пестрая модель. Должница может быть ранена. Так, а что еще? Все, одна зацепка, короче, осталась, но 80% шанс на успех. Осмотреть. Ага, вот он, вот он. Ща мы решим задачу, не паникуем. Так, заложница обнаружена. Нам надо вот так, только вот так вот, давай, выйдем на улицу, все. Да? Блять. Сука, он нас ранил еще. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Блин, надо не сглупить! Сука. Да, эта миссия, я знаю, она в трейлере была. Имя. Даниэль! Откуда? Мое имя Конор. Конор. Ты знаешь мое имя? Я да мы ж братья. Ты чё, мы ж братья. Я пришел тебя выручить. Да. Все окей, так, вероятность 82. Все, тут ничего смотреть не надо, идем. Ой-ой-ой, а почему 67? Я не понял, завоевать доверие Девианта. Может, мне надо что-то это? Спокойно. Спокойно, Даниэля. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Сказать правду. Да. У меня пистолет. Да. Бросай. Все окей. Не смотри мне без резких движений. Главное честность в таких ситуациях. Все. Вот. Все. Я все его окей. Бросил. Да. Мы друзья. Я не хочу тебя убивать. Ты, возможно, причина. Реалистично. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Да. Ты я думаешь, все знаю. Что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! В чем она тебя обманула, бля? Стой, стой, стой. Она говорила, что любит. Ну она любит. А сама брала. Она такая же, как все люди. Бля. Да успокойся, ты дебил. Спокойно, реалистично. Возможная причина? Первая. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. Ну, а бля, ну состарился. Ну, тихо. Можно выбросить, как не-не-не-не-не-не, все нормально. Сочувствие. Слушай. Брат, я тебя понимаю. Ты не виноват. Да. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Да. Все. Я не виноват. 99%. Я этого не хотел. Блять, главное, чтобы он не стрельнул. Все, окей, не стреляйте, не вмешивайтесь. Но для них я был никем. Тихо, блять. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Нет. Как же меня бесит этот звук. Сука. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Сейчас. Согласиться. Давай. Уходи нахуй отсюда.
Все окей, доверься моему чутью. Я знаю, как надо общаться с людьми, понимаешь? Я выполнил твое желание. Все окей. Последний шанс. Довериться. Ты должен мне довериться. Не, я ж твой бро. Отпусти ребенка, все и я окей. Обещаю тебе, что все будет хорошо. 99. Я хочу, чтобы все ушли. Да они уйдут, успокойся ты. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Бля, пожертвовать собой? Компромисс? Это невозможно, да не... Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Да. А почему соточки нет? Я не хочу умирать. Да никто тебя не убьет. Успокоить, пожертвовать. Блять, какой пожертвовать? Ты не умрешь, мы просто поговорим. Все, 100%. Ничего тебе не сделаю, я даю слово. 100. Ладно. Бля, охуй. Я поверю. Бро, ну конечно. Все, отпускай, все. Все, девочка нормально, все окей. Никого не убиваем, никого не убиваем. Бля. Бля, как? За что? Ты солгал мне, Коннор. Я тебе не лгал. Сука, я ему не лгал! Я ему не лгал, я наоборот такой, типа, братан, все окей. Пиздец. Мне надо было, наверное, с собой пожертвовать. А перезапустить никак, да? Бля, я не хочу, чтобы его убивали. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Короче, все-таки спасти его нельзя. Я поверю. Да. Я пытался, наверное, раза два его спасти, но нет. Нет. Либо я вместе с ним умираю, либо он, короче, один умирает. Тут без вариантов, но... Типа вот так вот, да. Обидно. Обидно. Вот этот ловить на себе взгляд. Ты солгал мне, Коннор. Что я такое говно, да, ты обманул его. Бля. Ну, может, его починят. Может, все будет окей. Хрен знает. Задание выполнено, это главное. Печалька. Печально начали, короче, да. Не ожидал я. Ну, я не знаю, я по ютубу посмотрю. Может быть, как-нибудь все-таки можно его спасти. Хотя он тут убил нескольких людей, так что... По логике вообще, я думаю, нет. Это схема сцены. Здесь вы можете посмотреть выбранные вами пути. Открытые возможности, доступны альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. В силу специфики игры не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Так, девиант. Девианта застрелили снайперы. Это отозвать вертолет. Так, типа, по какому пути я пошел? Ага. Всего получается 5 путей. Вы завоевали его доверие. И, наверное, здесь, типа, он умирает. Один. Здесь, короче, я умираю вместе с ним. Здесь, наверное, вариант, короче, я умираю... Ой, подожди. Здесь, короче, он один умирает. Здесь, к примеру, с девочкой. А здесь, может, мы втроем умираем. Ну, во всяком случае, тут еще... Есть варианты. Или они имеют в виду чисто тут, как я и сказал, 3 развилки. Тогда окей. Странно. Типа отобразить легенду. Можно так смотреть. Помогать? Приблизить плюс-минус. Мировая статистика. Процентах друзей. Мировых статистиков в процентах. Процентов друзей. Ну, 55%. 62-55, ну, а это надо типа отдельно проходить, я так понимаю. А по-другому никак. Пиздец. Начать переговоры, искать улики, ну все, заложница. Так, это я прошел на 51%, то есть я еще не все здесь прошел.
Тут много чего не прошло, вступить в переговоры. Плохо, что они не показывают, что какие есть еще концовки. Типа, так бы я хотя бы знал, что... Есть ли смысл мне пытаться на нее пройти или нет. Так, 5 ноября 2038 года. Модель AX-400. Лондинг. Окей, окей. Memory статус. Окей, ready. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Ага. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями. О, мы андроид, да? Вау. Мила, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит? А кто мы именно? Мы просто типа на витрине, нас продают. $999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Пиздец. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Мы берем. Прекрасный выбор. Они девушку купили, походу. Я оформлю заказ. Да? Девушку, короче, купили. А мы что, нас никто не купит? Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Бесит этот хлыщ. Так они тут все получаются почти андроиды, это люди. О. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлах. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. То есть мы еще и сломаны были. Ясно. Они нас отремонтировали. Короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ничего не. Мы еще женщина, окей. Хорошо. Хорошо. Ей дали? Дочка дала. Дочка. А, мама. X400, запиши свое имя. Типа мама? Кэра. Кэра. Мое имя Кэра. А, типа, наверное... А, у него жена, может, умерла? А он для своей дочки искал приемную мать. Quantic Dream. Quantic Dream, да. Студия называется, я уже и забыл. Да, пока что мне нравится, нравится, интересно. Очень много всяких вариаций, как я и сказал в начале. Возможно, я даже все просмотрю, но точно вне записи. Я вот, допустим, пройду по какому-то одному сценарию, типа, все окей, и на этом я закончу. А остальные сценарии я либо их посмотрю на ютубе у кого-нибудь, либо сам пройду, не знаю. Посмотрим, короче. Да, надеюсь, меня, конечно, только за эту музыку ничего не прилетит, она без авторских прав. Потому что вырезать ее это было бы слишком обидно. Такая атмосфера создается будущего. Так все красиво. Четко, четко, четко. Просто четко, четко. Все куда-то идут, спешат. А это на подзарядку они встают какую-то тут. У них специально эти выделены. Бомжи еще. Андреас второй. Только непонятно, как андроиды здесь работают. Им это типа реально искусственный интеллект полностью создан, либо как-то, может, они душу человека перемещают в робота, который умер. Как вообще эта технология работает? Дэвид Кейдж. Bright and By. Bright and View. 5 ноября того же года. Дерево. Осень. 9:38. Дерево осень, 9:38. А, тоже андроиды. Желаете вернуться домой? Да, так, а чё? Забрать заказ в номер 847 в магазине краски Беллинга. Добраться до магазина краски Беллинга. Краски Беллинг. Ну давай. Дайте я вам помогу. Читать? Спасибо, да, не нужно. Найденные статьи можно перечитать, взять дополнительно. Следующий? Алло, блядь. Тупая книга, короче. Как планшет большой, охренеть. Это технологии. Так, а тайны андроидов. Как Киберлайф учит своих андроидов существовать с людьми?
Типа, разработка андроидов, которые не вызывали бы у людей отторжение, стала для компании CyberLab большим испытанием. Джефф, граф, директор отдела очеловечения, в недавнем интервью поделился с нами своими секретами дизайна. Первые андроиды были идеальны, у них были идеальные лица, идеальная мимика. И вскоре мы поняли, что в них есть что-то отталкивающее, что-то такое, из-за чего с ними люди чувствуют себя некомфортно. Компания CyberLab начала работу по очеловечению своих машин, чтобы они смогли войти в наши дома и стать новыми членами наших семей. Да, все-таки я правильно сказала, они так родственников себе находят. Капец. Ну это четко на самом деле. Они создали андроидов обоих полов и всех существующих этнических групп, а также проанализировали 1000 голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры, более улучшенное реалистичное моргание, хотя практической нагрузки оно не имеет, а также дыхание, волосяной покров лица и прочие человеческие черты. И именно в этой совершенной симуляции человечности, вплоть до тех деталей, что андроидам не нужны, заключается секрет успеха дизайнеров CyberLife. Климатические переселения, как окружающая среда меняет американское общество. Дамбу Майами настроить еще 10 метров. С 2000 года средняя мировая температура поднялась на 3 градуса. Короче, будущее, да, нам рассказывают тут. Ну, я сомневаюсь, конечно, в то, что в 38-м году будут реально такие андроиды. Что я к этому скептично отношусь. Может быть, и какие-нибудь похожие разработки будут, но... Чтобы так в массово... Не... Я в это не верю. Может быть, в каком-нибудь 58-м, да, но... Нет, 38-м. Все куда-то бегут, что-то. Краски Беллинг в другой стороне. А, типа, мы не можем сюда пойти забрать. Все-таки ограничивают нас в действиях. Мы не можем взять, куда-то пойти и так. Краски Беллинг, 93 метра. У нас есть цель, которую только надо это исследовать. Оп. А он типа его тренер, да? Ни хрена. Серьезно? С ним бегает, вот это прикол. Бля. Так, а это что? Че, мужики, можешь помочь? Поскорее, пластиковые болваны, надо закончить вчетырем. Пластиковые болваны, ну, суки. Неблагодарные. Они тут вам общество делают, работают, а вы... Пластиковые болваны. Так, а тут... Там дождаться зеленого сигнала светофора. Да дождемся, у нас тут это... Бомжам надо помочь тут это. Бан андроидс, андроидс. А что она хочет-то? Our country? Или она может тоже андроид? Хотя не, я думаю, это человек. Андроида бы так на улице не оставили. Да, краски Беллинг в другой стране. Я иду. Мне что интересно еще, если я бы все-таки убил бы нашего Коннора, то я бы уже бы не смог, наверное, за него играть вообще. Как бы тогда сюжетка двигалась? Нажмите для следующей что-то там. Так, 63 метра нам надо туда, но мы туда и пойдем. С вами можем взаимодействовать? Нет, конечно нет. Так, ну только вон там вот какая-то... Уходи. Там что-то есть, сейчас с этим взаимодействую. Так, а нет, даже вот оно, вот. Чувак, ты играешь на гитаре, да? Неплохо играю, кстати. А, все запел. Если запел, это авторские права, чувак, нет. Петь не надо, не надо, не надо, не надо. Лучше пошли дальше. Так, вон еще кто-то, кстати. Ты че психуешь? Лишенные души. Бледные копии Всевышнего. Кто глаза таращишь, демон? Сука. Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. И да, кто я? Это ты сосуд самого дьявола. В смысле? Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Чувак, с тобой все в порядке. Я вообще только пришел. Сосу дьявола, Детройт, блядь. Машины. Может, тебя подстрелить? А, короче, он это. Они хотят занять наше место. Да, он думает, короче, машины реально все захватит. Ну, в принципе, его мысли не такие уж и бредовые. Может быть, это имеет место быть. Без вины. А ему пофигу, что я так стою, да? Этого не
не допустит. Я тебе он мешаю. Не позволит своим чадам поддаться этим рукотворным демонам. Бля, все, у него крыша поехала. Мы все должны отречься от греха. А это типа аналог церкви мы еще? Будущего. Дроида. Да, походу, это... Мы сожжем их всех! Наверное, какой-то вообще священник. Скорее всего, потому что он такие речи задвигает, как будто он реально верующий. Тогда понятно, почему он так думает. Так, ладно, пошли дальше. Что у нас тут? Магазинчик какой-то. Мне же сюда надо, наверное, да? Да, конечно, сразу. Давай заходим. Забрать заказ номер 847-8. Что у нас тут? Присоединиться. Больше ничего нет. Типа, все окей. Ну, давай. Отпечаток сканера. Идентификация успешна. Да. Забираем посылку. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Заплатить? А что, можно не заплатить? Платеж подтвержден. Так, о, чип в голове. Подтвержден. Взять. Все забрать. Отлично. Уходим отсюда. Так, вы приняли магазин, вернуться домой в авто. Да, да. Давай, открываем дверь. А стой. Блин. Хотел снова к нему подойти, но, наверное, это бессмысленно. Скорее всего, да. С ним уже взаимодействовать нельзя. Я думаю. Используйте следующую клавишу для переключения ракурса камеры. Оу. Фига. Или может быть... Не, все правильно. Все окей, с ним не надо было, наверное, больше взаимодействовать. Да и, в принципе, что там у него спрашивать. Пойдем, значит, вот сюда, куда нам стрелочка показывает. Автобус в другой стороне. Больше я не вижу никаких людей, с кем бы я мог взаимодействовать. Может, подзарядку сводим? Это же, наверное, подзарядка. Android Temporary Parking. 8 Max Units, что-то Max Parking Train. Скорее всего, они здесь подзаряжаются, короче. А это, опять же, тот же бомж. Забрать, вернуться домой в автобусе. Ну, я думаю, сейчас что-то должно произойти по-любому. Иначе было бы слишком просто и неинтересно. Да, еще даже не дышу. Взял, уронил сумку. Так, оп. Братан, извини, я уронил. Бери. Да. А кто-то опять. Это вот отсюда он говорит, да? Да, убьем робота, который нам упрощает жизнь. Да, давайте. О. Далеко собрался, жестянка. Ты же Иосиф. Иосиф, си, что ты тут делаешь? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. А ничего, что тут куча таких, как я, ходит? Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Вы что, ебанутые, что ли? Блять. Серьезно? И сколько я так буду вставать? Е-е-е-е-е-е-е. Ты отсюда не уйдешь. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Как от него иду, блять? Вообще охренели, что ли? О, мед. Наш чел пришел, да, все. Разошлись. Понял, да, бля? Ты у нас узнаешь, что к чему. Да ну вообще похуй, мы отморожены. Погодите, будете платить штраф. Да. Мы имущество. Когда заберут и твою работу. Посмотрим, как запоешь. Ладно. Ладно. Менты все, всегда нужны. Ты сразу осадился. Че смотришь на меня? Они крадут нашу работу! Да! Нам надо семьи кормить! Ой, так, че, куда мне надо идти? Не на ту хоть сторону. Запретите! Машина! Эф, дождаться автобуса. Нет. Или да, дождаться. Наверное, дождаться.
Ой, давай будем ждать, ждать, сейчас за нами приедут кто-то. Интересно, водитель автобуса тоже будет роботом? Андроидом? Или... Как тут вообще? Дайте работу? Или автобус сам типа ездит? Без даже андроида. Андроид компромент. Но я водителя не вижу. А, андроиды даже, у них отдельный отсек, короче, от людей. Это что за дискриминация такая? Пиздец. Киберлайф. Получается, автобусом едет, наверное, просто по маршруту запрограммирован. Да, Маркус сел в автобус, все. Одна, короче, концовочка. Отобразить легенду. Типа, окей, недоступные пути. Действия выбора, смотреть, мировая статистика. Мировая статистика какая тут показывает? Процент же, типа, 64-21. Что-то одно я упустил, я не знаю, что это. Посмотреть торговца хот-догами. Не знаю, что это я упустил. Все старался максимально просто сделать. Был... внимателен, осторожен. И что-то пропустил все равно. 5 ноября того же дня, блядь, серьезно. А это Кара. И сейчас мы будем знакомиться с нашей дочкой. Потенциальной дочкой. И все, что-то мне подсказывает, у нас неблагополучная семья. Отец похож на алкаша какого-то. Либо чувака, которого, наверное, депрессуха. Теперь после этого, скорее всего. И мы тут такие, бля... А, что мы вязались, да? Так, используйте клавишу для переключения ракурса камеры. Так, чё, может, посидимся? Садись на машину и уезжай отсюда. Так, подойти к Тодду. Ты, я знаю, ты. Иду. Я просто, знаешь, смотрю, что это за улица там, чтобы знать, где я нахожусь. Ты привел меня куда-то, не пойми, зачем. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части... Охуенно просто. Что хуё, куда опять подевалась мерзавка? Да. Алиса! Весь дом на нас. Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Вся херня, да. Начинай тут, потом второй этаж. Слушай, а ту девку, которую Коннор спас, это же то же самое, да? Или нет? А почему? Нажмите следующую клавишу для сканирования окружения. Так, сточные поручения, дополнительные поручения. Мы все сделаем. Я буду всем помогать, всех любить, всех обожать. Покажу, какой я на самом деле настоящий. Давайте, взять. Тарелки. Так получается, если это та же самая девчонка, к примеру. Ой-ой-ой-ой. Надо же сначала отнести, собрать мусор. А куда? В раковину? Да. Просканировать? Что у нас тут есть? Посуда, моечная машина не работает. Может. Отсутствует деталь, заказа обработка. Это смотря, что надо. Вы заказали деталь? А что с посудой делать? Ну да. Поставить. Я достану. Хорошо. Хорошо. Завтра подвезу. А, мы вручную все это будем менять. Да, на том же самом месте. Давай. О каких-то делах там разговаривать. А мы моем посуду, да. Помыли тарелку. Бля, героя. Чё, вторую будем мыть? А, уже сама моет. Научилась. Я научил, что дэшечку надо жать. Так получается, что, мать, наверное, у этой девки умерла? Да? Я ему улыбаюсь. Мать у этой девочки умерла, а мы... Андроид, который ухаживает за этой девочкой. А это ее приемный отец.
Может, вообще хотят другая девочка. Кэра! Да, тот. Пиво мне холодного! Блять. Пиво холодное. Да что? А где пиво? Ну, есть холодное, значит холодильник, давай. Пиво холодное. Вот оно. Пиво, пиво, братан. Только мог бы и сам взять. Не надо уж охуевать. На. Поставить. У него столько бутылок на столе. Какое, блядь, ему пиво? Принести Тоду пиво. О, с Тодом посмотрим хоккей. Чё вылупилась? А, да, чё, нельзя, что ли? Катись отсюда нахер! Ах ты ж, питерас. Катись отсюда нахер! Сука, ты чё? Вернусь к работе. Ты чё, телевизор, что ли, нельзя посмотреть? А чё мне делать? Поставить? Поставить? Чё поставить? О, пылесос. Это ж пылесос, да? Или чё это такое? О. Включить пылесос. Ты, блядь, Алиса! Ты... Не сломай его? Прекрати сейчас же! Да. Видишь, что ли, отец бухает. Она всегда меня нарочно бесит. Может, это ты сам... В этом виноват. Вот нарочно. Вот нарочно, давай, прям пиздец, вот нарочно. Ты сам себя ведешь как скотина. Не выдаешь ей внимания, андроиды, сила. Андроиды, футбольный лихорад, предложение ведущих трансферов. Наложенное сообщение, транспортная инновация, стряхнувшаяся Калифорнию, политика фокуса, что-то там. Китай унесло 10 жизней. Но они будут на меня кричать, пока я тут читаю. Наложенное сообщение, надо быстро прочитать, короче. Транспортная инновация, встряхнувшая Калифорнию. Сегодня был произведен первый запуск нового нулькиметра, который доставит вас из Манхэттена в Лос-Анджелес за неполные 2 часа. Это было чем вдвое быстрее путь 5-часового вертолета. Перелета. Проезд может достигать скорости до 1800 миль и в час, благодаря тому, что идет по туннелю с нулевым давлением, о котором практически исчезает трение магнитных двигателей. Теперь у пассажира появилась восхитительная возможность после окончания рабочего дня в Большом Яблоке провести вечер в Золотом берегу. Калифорнийский рынок недвижимости не замедлил отреагировать цены на пригородное жилье, влетели на 64%. Так, вторая страница. Блядь, чё так много. Шерлин Лоу по недвижимости из Лос-Анджелеса утверждает, что знает, откуда приезжают новые покупатели в... Основно это жители восточного побережья, особенно нью-йоркцы. Они видят, что появился шанс совместить нью-йоркскую зарплату в лос-анджелесский стиль жизни. Готовы расталкивать друг друга локтями, стремясь этот шанс ухватить, лихорадит. Не только рынок недвижимости быстро уменьшается количество свободных мест в школах, а представители розничной торговли взвинчивают цены в предвкушении притока нью-йоркских долларов. Калифорнийцы уже давно боятся, что приезжие вытесняют из городов, и потому что тенденция сразу была волну протестов. Блять, пиздец. Сколько много читать-то? Так, короче... Что надо этому алкашу сделать? Помочь на первом этаже. Может, к девочке подойти? Я не знаю. Что она села? А, ей пофигу на меня. Она просто села, ну и все. Она вообще, мне кажется, у нее психика травмирована. Осмотреть задний двор. И она молчит и... Убраться? Да, убраться. Собрать мусор в корзину. Сейчас соберем. Так... Это что надо? Взять мусорную корзину. Так, он не будет на меня кричать, что я мимо телевизора прохожу, не? Я ему там ничего не загораживаю. Так, а где корзина? Я только что видел, где корзина, а уже забыл, где корзина. Сука, вот это я слепой. Вот это же, да? Вот это же корзина. Все, давай, бери. Бери корзину. Собрать мусор. Собрать мусор со стойки, журнальной. Давай, 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 давай. Делаем работу по дому, домохозяйка. Выбираем пиво. Ба, бутылки. Что-то пицца у него тут была. Чистота. Так, убрать что? Что еще надо? Убрать мусор со стойки, убраться на кухне. Так, а где со стойки? Типа вот это? Вот это же стойка. Собрать, да. Пиздец. Чё? О, если нас здесь месяц не было, нифига он так все получается засрал. Вообще, что ли, ничего не убирает? Так, убрать мусор со стойки. Убрал. А это же тоже мусор, да? Пиздец. Один фастфуд и пиво. Все. Achieve it, completed. Домохозяйка есть же. Прям самая-самая настоящая. Вынести мусор. Выносим, выносим, выносим мы мусор. Стой, стой, не в ту сторону. О. Мне надо вот эта кьюшка, что это такое? Наверное, долги какие-то, я так понимаю. На улицу.
Все. Пока, мужик, мы уходим от тебя. Ты со мной плохо обращался. Это вот эта мусорка. А, стоп, там что-то был, кьюшка. Какая-то стройка идет, судя по всему. Ну, давай положу. Во. Во-во-во, так, сточные поручения. Вы принесли мусор? Так, а это автобус андроидов, короче. И мы такие, оп-оп, давай съебемся, оп-оп, давай съебемся. Давай съебемся, блядь, нельзя съебаться. А было бы прикольно, кстати, если бы была бы вот настолько вариативность огромная, что я мог бы взять и съебаться. Это был просто, не знаю, эпик. Лучшее, 10 из 10. 100 из 10. Посмотреть задний двор. А задний, подожди. Задний двор же... Ага. Вернуться в дом Тодда. Как? А как задний двор рассмотреть? Он же, по сути... Ага, нет. Это... Может, они имеют... Я же сейчас и так в заднем дворе. Я все осмотрел. Либо с другой стороны, короче. Должна быть дверь. И может, там я смогу все это осмотреть дело. Чё за херня-то? Поговорить с Тоддом. Чё опять там случилось? Так. Ну... Чё, телевизор сломался. Закончи дело на первом этаже. Нет, я же не все закончу, подожди. Да хватит уже тут маячить! Блять. Простите, этого больше не повторится. Блять, я так и знал, сука, что он это... Я так и знал, что он рано или поздно вот это заметит. Я специально сейчас хотел пройтись. В итоге так оно и вышло. Так. Я же... Да вот здесь еще не был. Да, вот по сути, вот. Вот здесь. Учитывая, это задний двор, сад. И что я тут? Кто-то стонет? А кто стонет? Подожди. Что тут происходит? О! Смотреть? Это соседи, что ли? А мы не видим. А мы не видим. Заноза в заднице. Принести одежду. У кому-то там, короче, плохо, я так понимаю. А... Только мы ничего с этим сделать не можем. Наверное. Принести одежду. Вот это? Вот это, что ли, одежда? Да. Какие-то странные, короче, стоны были. Так, давай одежду соберем. Соберем. Все заберем. Ой. Привет, да. Это... Постирать белье. Может, мы с ней поговорим? Присесть. Все нормально, поиграть, двор. Давай школа. А уроков сегодня нет? Не-не. Погода. Хорошая погода, да, пасмурно? Погода сегодня плохая. А, ну, плохо. Можно простыть. Да. Хочешь, я принесу тебе свитер? Нет, это другая девочка, судя по всему. Но она поиграть хотела, я знаю. Но я почему-то решил так ответить. Просто мужик бы на меня бы стал бы орать, типа, бля, стирай белье, дура. Какие игры? Не поэтому мне пришлось так поступить. Но еще не поздно, может, сейчас мы сможем поиграть. Так, стираем. Сюда поставим. Взять. Типа все. Нам же кнопочку, по сути. А, нет, порошок. Порошок, а потом кнопочку. Это, короче, симулятор стиральной машины у нас тут начинается. Какие-то... Я не знаю, что это такое. Что это вообще такое? Красный лед? Ацетон лети. Лох, красный лед. А такой есть? Чё, блядь? Ты лучше не суй нос в мои вещи.
а то я психую. Простите, тот. Ты че ебанутый, я вообще стирал тут. Личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, тот. Пиздец, он ебанутый, бля. Это наркота у него, походу, была. Красный лед, наркота, что ли? Сука, красный лед. Охренеть. Это наркотик, короче, будущего, походу. Его это разозлило? Дополнительные поручения? Я уже напугался, так нет. Говорить с Тоддом пока не будем. Мы только что с ним говорили. Где девочка? Девочка, где ты? Я не знаю, как тебя называть. Доча, девочка. Девочка, доча, может. Может, сядем? Может, сядем, реально? Блядь, опять какие-то стоны. Чё за стоны, блядь? А ей пофигу, она на что-то смотрит. Я не пойму, она на что-то смотрит там. Короче, это книжка. Это, походу, книжка у нее в руках. А что на книжке, я не понимаю. Какая-то занавеска, короче, принцесса вроде стоит на сцене. Может, сказки? Хрен знает. Закончить. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Да. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Сука, как он бесячь, блять. Вот взять бы бутылку вот пустую из-под пива и кинуть бы ему в морду. Присесть. Игрушка? Милая игрушка. Как ее имя? Алиса нейтральная. Алиса нейтральная. Или эта игрушка так стонет? Че бы и нет. Универсальная игрушка. Игрушки будущего. Так, чем мы наверх, да? Все. Все, идем наверх. Срочные поручения. Убраться в комнате Тодда, убраться в комнате Алисы. А, убраться в ванной. Бля, бля. Ну, тяжелая жизнь домохозяйки, а. Пойди, убери, поиграй, поговори. Еще он на меня кричит, блин, тварь. Убраться в комнате, ну давай. Гитару, гитару. Он у нас гитарист, прям такой бунтарь. Читать. Был еще в прошлом, а короче, этим. Спортсменом. Легкий бросок интервью. Это американский футбол вроде. Интервью с известным баскетболистом Гэри... Гибасом каким-то там. Так, тэч... Эти цена жизни. Как беспилотные автомобили принимают решение о жизни и смерти. Космический туризм провести выходные на Марсе. Блять, опять куча, короче. Когда беспилотный автомобиль предвидит аварию, бортовой компьютер принимает критическое решение. Например, кого из двух пешеходов сбить или столкновение неизбежно. Но сам процесс, посредством которого машина делает выбор, не очевиден. Мартин Форлонг из компании Автокорона пытался внести ясность. В таких ситуациях система обработки изображения на долю секунды собирает данные, позволяющие определить возраст пешеходов в пол. Эти данные... Сопоставляется информация в государственном архиве, чтобы определить семейное положение, трудовой страх, прогнозируемой продолжительностью жизни, наличие и отсутствие детей. Блять, чё так много? А зачем машина рассчитывает ценность каждой возможности жертвы, основываясь на таких критериях, как, например, польза для общества. Наиболее ценной мы считаем жизни тех, кто спасает другие жизни, например, врачей и медсестер. Вот это звучит весьма убедительно. Однако Феликс Тембо, глава анти... то магнитационной лиги ААЛ говорит, что система не имеет права вносить такие суждения. Человек с уголовным прошлым может быть не менее ценен для общества, чем врач. Такие детали не имеют значения, если речь идет о человеческой жизни. Но Форланг не согласен с подобным высказыванием. Мы хотим, чтобы наши автомобили принимали лучшие решения из возможностей жизненных, а для этого они должны действовать на основе полученной информации. Чем больше этой информации, тем лучше. О, бля, окей. Опять инфа, короче, нас тут засыпали. Прибраться. Будущее, блин. Не, ну, в принципе, если такое реально будущее будет, что будут андроиды и настолько реалистичные, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Антидепрессант содержит Бля, пушка, у него пушка там. Сука. Вы разблокируете диалоги, действие нередко бывает полезно. У него там оружие, сука, он хулиган. У него наркотики, оружие.
Опа-на. И новости спорта. Телевизор, давай посмотрим. Баскетбол, да. Троицких машин с командой Денвера пройдет сегодня на арене Киберлайф. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос. Такое чем будем телевизор смотреть? Сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей из спорта? Компания Киберлайф предлагает разрешить это в порядке эксперимента. Походу, не смотреть пока. Неинтересно, он придет на второй этаж и увидит это. Тренировок и тактических подсказок тренерам команд с 35-го года. Но на поле еще ни один андроид не допускался. Пока. Да, и мультики какие-то начались. По данным Министерства труда, в начале работы лишились еще 225 тысяч наших соотечественников. И уровень безработицы достиг 37,3%. Че, серьезно? Телевизор? А, все, хоккей начался. Хоккей на первом начался, все. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что министерство обороны... Кстати, я камеру не могу перещелкивать, когда идет телевизор. Другие ракурсы ставить. Все. Информация загружена. Все. Мы усвоили что-то новое. Прибраться. Чипсы. Водяра. Понял, да. Бухаем, короче, на первом этаже. Он бухает что послабже, ну, чтобы, знаешь, гости приходили и видят, что он пьет только пиво, но более-менее такой еще не алкаш. А вот на втором этаже вот, рядом с конечкой уже что покрепче такое. Бля, водочка, тут пистолетики, значит. Вся фигня, да. Маскируется как может. О, и это ходит. Наша дочура. Все, мы убрались у него в комнате. Так, а что еще у тебя тут есть? Shift проветрить. Бля. Ну, кстати, здесь управление гораздо удобнее, чем в Heavy Rain они сделали. Здесь прям все быстро, четко, точно работает как надо. Не надо париться вообще. Взять. Что это такое? И что это? А чё она так застыла? Может, она какую-то важную инфу? Вы убрались в комнате. Как-то она странно застыла мне этого. Немножко смутила. Может, она что-то такое... Какой-то компромат на него нашла. Здоровье. Блядь, да ты достал. Убраться в ванну. Какая-то. Это чья комната? А, все. Это туалет. Пиздец, он за собой еще и не смыл. Не смыл. Бля. Вот ты животное, сука. Братцы в ванной. Взял говно, короче, оставил. Такой, на, иди убирай, бля, чисти ёршиком. Ой. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Да, да. Можно? Можно, все окей. Все, все будет хорошо. Я застелю тебе постель. Возможно, она вообще речь потеряла. Она не может вообще говорить после того эмоционального шока, если это та девчонка. Да, проветрить комнату. Главное, чтобы она не сбежала. Да мало ли. Да, вот. Вот эти замочки, возможно, будет какой-то побег. Диалог или действие? Это нередко, да. Присесть. Все-таки я хочу с ней поговорить. Дружелюбно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Имя Кэра. Интересно. Мама. А где твоя мама? Когда она придет? Бля. Сука. Имя Кэра. Интересно, интересно. Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Имя Кэра притихло. Стать покойнее. Имя это Кэра. Ты выбрала мне имя. Да? Кэра. Красивая. А почему такое? Блин, ну с ней тяжело диалог вести, она убегает. Разблокирован путь. Она что-то мне дала. Ключ.
А от чего ключ? Откуда ключ? Поговорить нет. Срочные поручения. Получить у Тодда новые указания. Подожди, а что здесь? А! И сейчас она типа расскажет вот так вот. Так как она говорить не может, она нам покажет, что между нами было. Ну-ка. Это клевер, по-моему. Цветок. Лепесток клевера, а не цветок. А это и семья. Нет, это, по-моему, другая семья. Мужик тут другой. Все-таки, да. И это другая девочка. Дальше. Это она с отцом такой. Бля, алкаш такой. А он бил андроида. Ударил, короче. Это мы были. Он нас ударил. Она начала заступаться. Он сломал нас, пидор. Она заплакала. Бля. Еще может, короче, это все повторится. Положить обратно. Сука. Вот, короче, он на нас может накинуться, а мы можем убежать через окно. Как бы мы же не зря открывали окна здесь. Даже что-то да значит. Да, тут она рисовала что-то на стене. Животные. Посмотреть. Да. Просто посмотрели все. Так, а что еще мы можем? Здесь я же могу убраться. Убраться вон. Расставить бутылочки, сложить грязные вещи. Сейчас еще, походу, какой-нибудь компромат найдем. Так, это что, прибраться, расставить бутылки? Шампуни, мыльно-рыльно, все. Все как быстро расставила. Вымыть пол. Так, подожди, а в зеркало будем смотреть? Блин, она, кстати, такая красивая для андроида. Капец, прям, у нее такой кайфовый дизайн. Как персонажа. Просто капец. Бля, не надо. Мыть пол. Помыли пол. Все отлично. Вы вымыли пол. И вы убрались в ванны. Все сделали просто. Учить у Тодда новое указание. Вот просто вот идеальная женщина этого выпуска. Все делает. Внимание к ребенку проявляет. Еще и красивая. Что делаешь? Я играю. Играешь. Сука, сейчас будет скандал. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? Да, он мерзавец. Неудачник. Да. Сидит на жопе, работу не ищет. Да. А ты что, думаешь, я не пытался? Может быть. Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Бля. Господи. Что я делаю? Нам надо вмешиваться. Прости, зайка, прости. Или лучше нет. Прости. Может, у него мозги ты еще не настолько знаешь, пропиты. Я тебя люблю. Ты это знаешь. Все окей? Это конец главы? Да, это конец. Просто все. Кэра видит, как можно спуститься. Кэра видит пистолет. Все, вот эту главу я, короче, все сделал. Я просто проявил себя. Будь я домохозяйка, девушка просто идеально. И на этой идеальной ноте я предлагаю закончить эту серию. Да, в следующем выпуске мы продолжим. Пока что мне просто все нравится. Как выглядят персонажи, как тут камера работает, вот это все по-киношному, вот это просто. Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но... А если вам понравилась данная серия, если хотите увидеть продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, как вам игра, как вам мое прохождение. Ну и
тогда до следующей серии. Всем пока.